Сейчас вообще медицина, по-другому ее называют, военная фармакология. Это 100 лет назад Рокфеллер и компания, там еще один был, как же его, или Эллиот, забыл, как же его зовут. Не хочу вас обманывать. То есть два человека взяли, уничтожили всю медицину на земном шаре в течение там 20-30 лет. Сначала они просто своих людей поставили во все ключевые медицинские эти, переписали все книжки, и теперь сейчас медицина официальная и является религией. Она не является ни наукой, она не является ни искусством, она является чисто религией. В нее просто верят. И люди, которые выживают после медицины, говорят, ну, помогло, они выживали, ну, сам виноват. Вот. Медицина сейчас вообще ни в какой стране не лечит. В Израиле не лечит, в России не лечит. Фармацевтика чистейший яд, их всех надо сажать. Да.